Всем привет! В этом видео вы увидите 13 полезных мультиинструментов из Китая, которые мне понравились. Думаю, вы их тоже оцените. Все ссылки на них будут в описании. Также в конце видео будет конкурс для внимательных, так как первые его условия я озвучу где-то между товарами. Поехали! Первым мультитулом у нас будет мультибрелок. Уникальный дизайн и складные ручки делают этот мультиинструмент одновременно удобным и компактным, при этом обеспечивая набор самых необходимых инструментов. Карманный мультитул входит в плоскогубцы на пружине, отвертка шлицевая, отвертка крестовая, пилка и ножик. Открывается мультитул разворотом ручек плоскогубцев. Сам брелок сделан из нержавеющей стали. В общем, это действительно полезный, вполне привлекательный и удобный комплект инструментов первой необходимости, который должен быть у каждого мужчины, независимо от его рода занятий и увлечений. Цена 100 рублей. Мультитул-карта, включающая 10 различных функций в одном предмете. Данный мультитул отличается наличием нескольких отдельных мини-приспособлений в комплекте, а также наличием корпуса, встроенного в корпус, и увеличительное стекло для работы с мелкими предметами при необходимости. Данный мультитул можно использовать как отвертку двух видов – открывалку для бутылок и пинцет. Незаменим в турпоходе, либо в любой экстремальной ситуации. Главное преимущество данного мультитула – это большое количество функций в предмете, которое легко поместится в вашем кармане и всегда будет под рукой. Вы сможете сложить мини-нож в кошелек, как кредитку, либо карман. Цена 120 рублей. Мультифонарь. В этом обычном на первый взгляд фонаре кроется целый арсенал профессионального мастера, который выручит вас в большинстве неприятных ситуаций, позволит чувствовать себя уверенно во время поездки, похода и обычного пикника с друзьями. Мультитул включает в себя необходимые в походе инструменты для мелкого ремонта. Это напильник, открывашка, гаечный ключ, нож, нож для рыбы, пила, отвертка, ножницы и аварийный молоток. Он не только будет освещать вам дорогу, но и станет незаменимым помощником в любой трудной ситуации вдали от цивилизации. Абсолютно небольшие размеры и небольшой вес дают возможность просто положить мультитул в карман рюкзака, и вы будете всегда во всеоружии. Работает от батареек 3А. Цена 1000 рублей. Многофункциональные щипцы для зачистки электропроводов. Инструмент для зачистки и обрезки винтов снабжается сменными ножами, с помощью которых можно снимать внешнюю оболочку с проводников. Имеется возможность измерять глубину прорезания изоляции регулировочным колесом, что предотвращает повреждение изоляции проводников или жил кабеля. В корпус встроена возвратная пружина для обеспечения обратного хода инструмента в исходное положение. Удобная пластиковая ручка сделает эксплуатацию инструмента более комфортной. Купить щипцы можно всего за 260 рублей. Многофункциональный нож-фонарик – это серьезный инструмент, выполняющий разнообразные задачи. Будет полезным в любой ситуации, так как имеет в своем распоряжении, помимо фонаря, нож-открывашку, пилу, напильник, отвертку плоскую, три отверстия под различные гайки, линейку и нож для чистки рыбы. Фонарь работает от трех батареек, а также с помощью зарядного устройства можно подзарядить аккумуляторные батарейки при их разрядке. Приобрести фонарь в комплекте с зарядкой можно всего за 800 рублей. Если зарядка вам не нужна, то также будет ссылка и без зарядного устройства. Многофункциональный походный мультитул. Если плоскогубцы с кусачками являются для вас неотъемлемой функцией мультиинструмента, то это то, что вам нужно. Этот компактный мультитул можно положить в карман, сумку, закрепить на пояс или рюкзак с помощью надежного карабина. Помимо подпружиненных плоскогубцев с кусачками, в нем есть ножницы, пилочка для ногтей и отвертка. Минимальный набор необходимых опций всегда у вас под рукой. Набор пользуется заслуженным уважением у рыбаков, охотников и других любителей активного отдыха. Цена 550 рублей. Мультитул кредитка 18 в одном. Собрал в себе целый ящик инструментов карточки размером с визитку. Разработчики встроили в этот мультитул самые полезные инструменты, которые используются каждый день в повседневной жизни. Набор из нескольких плоских отверток, 6 размеров ключей на 2, 4, 6, 8, 10, 12, подставка под смартфон, открывашка, нож для открывания консервных банок, овощечистка для разрезания кожуры, линейка в дюймах и сантиметрах, нож и многое другое.
А самое главное, инструмент легко помещается в кошельке, как кредитка. Мультитул сделан из закаленной стали и практически не позволяет погнуть или сломать себя. Цена 70 рублей. Очередной компактный мультитул, включающий в себя, помимо основного набора инструментов, инструменты для надреза и снятия изоляции. Изящный дизайн, прочная и надежная конструкция, богатый функционал. Внутри этого малыша вы найдете две отвертки, плоскогубцы, кусачки, а также инструмент для снятия изоляции. На корпусе предусмотрено отверстие для кольца, с помощью которого брелок легко соединить с ключами или закрепить на поясе. Цена 230 рублей. А вот и первые условия конкурса. Напишите в комментариях, какими инструментами вы чаще всего пользуетесь. Едем дальше. Карманная точилка для ножей. Предмет, который должен быть у каждого владельца складного клинка. Использовать ее можно и для заточки других режущих аксессуаров. Нескользящие резиновые вставки на основаниях с двух сторон и новая система заточки с двумя краями позволяет легко и безопасно заточить все ваши ножи. С одной стороны точилка для ножей оборудована двумя лезвиями из карбита, вольфрама и установленными углами для обеспечения точной заточки каждый раз. С противоположной стороны установлены два скрещенных керамических стержня для идеальной заточки уже острых ножей. Цена всего 100 рублей. А вот еще одна точилка для ножей, но уже посерьезней. Это настоящий мультитул среди точилок. Отличается компактностью и предназначена для ручной обработки обычных и серрейторных лезвий. Оснащена двумя V-образными пазами для правки режущих кромок под углом 25,5 градусов, складным мусатом с алмазным напилением и точильным бруском. Это позволяет выполнять широкий спектр работ по заточке клинков, не обладая специальными навыками. Один из V-образных точильных камней керамический, другой из карбита вольфрама. Точильная поверхность для лезвия с серрейторной заточкой керамическая. Для быстрого возобновления остроты режущей кромки из корпуса точилки извлекается круглый точильный камень. Цена мультитула 750 рублей. Мультитул автомобильный. Имеет 4 стандартных биты, 2 плоские и 2 крестообразные. Каждая из бит имеет шестигранную основу со встроенным подпружиненным шариком, что позволяет надежно закрепить ее в держателе и не потерять. В нижней части мультитула есть два шестигранных ключа для отвинчивания гаек и открывашка для бутылок. В противоположной от битодержателя стороне мультитула находится небольшой фонарик для подсвечивания в темное время суток. Изготовлен из специального сплава, который имеет нержавеющее покрытие. Мультитул совмещает в себе 7 различных инструментов, имеет малый вес и компактный размер и легко помещается в карман рубашки или небольшую сумку. Приобрести можно за 200 рублей. Еще один мини-мультитул в виде брелка для ключей. Незаменим при выполнении мелких домашних ремонтных работ, так как включает в себя все самые необходимые инструменты. В комплект входят крестовая и плоская отвертки, открывалка для бутылок, шило и нож, а также яркий светодиодный фонарик. На корпусе мультитула удобное кольцо для крепления ключей. Цена 350 рублей. Набор мультиотверток с фонариком. Практичная и многофункциональная отвертка, которая заменит вам несколько отверток сразу и существенно облегчит вам работу. Фонарик многофункциональной отвертки находится на рукоятке и состоит из 6 светодиодов, расположенных по кругу. Набор отверток состоит из 3 крестовидных отверток, 3 плоских отверток с шириной 6, 4,5 и 3,5 мм и 1 отверткой для точных работ. Все отвертки расположены вокруг рукоятки, надежно закреплены на корпусе и раскладываясь фиксируются до характерного щелчка. С таким набором любой, даже начинающий мастер, может не только осуществить самые простые ремонтные работы, но и выполнить ремонт в труднодоступных, малоосвещенных местах, куда почти или совсем не проникает свет, например, под ванной. Цена 300 рублей. А вот и обещанный конкурс. Призом у нас сегодня будет мультибрелок. Для того, чтобы принять участие, нужно выполнить первое условие, которое было озвучено между товарами, подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Спасибо за просмотр этого ролика. Всем пока!